только не занесет. Итак, телеканал РУ-ТВ оказался на территории Южного порта, где сегодня свое новое видео снимает Тимати Эльван. Что же из всего этого получится, я не знаю, потому что здесь полная разруха. Но самые интересные яркие кадры вы, конечно, увидите в программе «Отдел кадров». Поехали! Сегодня в программе Тимати и Эльван разбили машины с помощью танка и отправились сдавать нормативы ГТО. Чем еще тебя удивят известные рэперы, ты увидишь в сегодняшнем выпуске программы «Отдел кадров». Процветающий продюсерский центр Black Star, обходя стороной всеобщий кризис, на зависть всему шоу-бизнесу производят новые видеоклипы, как горячие пирожки. Любопытно заметить, что все чаще Тимати появляется в кадре со своими подопечными. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Отодвигая на задний план свой сольный проект. Посмотри мне в глаза, что ты видишь опыт мужчины за 30 лет, что одержал немало поражений и побед. Бизнес – это такая штука. Но когда ты являешься продюсером 8 артистов, вопрос о стратегии раскрутки молодых дарований не заставляет придумывать сверхстратегии в пиаре. Спеть дуэтом – лучшее решение. Совместная работа Тимати и Эльвана стала творческим объединением двух артистов Black Star, в первую очередь в поддержку тура ГТО. Бригада. Я как амурский тигр, таких осталось мало. Шоу-бизнес под огнем, я санитар леса. Главный герой первых полос, мне уже платит пресса. Мы снимаем видеоклип на дебютную песню с совместного альбома Тимати Эльван «ГТО. Готов к труду и обороне». Так называется альбом, так называется наш тур, который стартует 29 мая из Москвы. И приготовились камера, фонограмма. Шоу-бизнес под огнем, я санитар леса. Главный герой первых полос. И поменял на рубли все свои уе. Скажи, пожалуйста, о чем песня и почему дуэт именно с Эльваном? Ведь у тебя огромная команда Black Star. Почему, например, не с Кридом? Где-то, наверное, года полтора назад решили, что будем делать вместе совместную пластинку. Просто долго высвобождали время в графике в Эльвановском и в моем. Сейчас мы совпали и долго думали про тематику, что должен из себя представлять именно этот альбом, на чем он должен быть основан, о чем это. И когда мы уже пришли к общему знаменателю, мы стали записывать альбом, поэтому с Эльваном, то есть это проект, который мы запланировали где-то полтора года назад. Иногда машины, конечно же, сами передвигаются, но иногда их нужно передвигать. Непонятно, потому что они отжили, так сказать, жизнь свою, или просто потому что у кого-то много денег, чтобы взять и просто-напросто спрессовать новую тачку для своего видеоклипа. Но это же Тимати, ему можно, в принципе. Повезли на кладбище металлическое. Это Останкинская башня, стиль. Всегда на высоте, МиГ-21. Двуглавый орел, братское сердце в груди. Что здесь сегодня происходит? Я совсем недавно с тобой виделась, ты с Неллом снимал видеоклип, и вот очередной. Я, конечно, понимаю, что у Black Star все хорошо, все процветает. Окей, что здесь? Работы много, да, очень много работы. И это первый сингл с нашего совместного альбома с Тимати, который называется ГТО. И вот мы решили запустить в народ, скажем так, ту мысль, что пора гордиться нашими производителями, нашими артистами. Родиной пора гордиться. Страной, да. Это не ура, патриотизм, это правда, уже настало время, по-моему, то самое. Но я как представитель яркий телеканала РУ-ТВ, русского музыкального телеканала, вполне могу сказать, что правильно, в России все очень даже хорошо. Нужно гордиться. Естественно, как самый русский музыкальный телеканал.
сейчас здесь будет происходить настоящий трэш. Чтобы вы понимали, эти кадры абсолютно эксклюзивные и только для телеканала РУ-ТВ. Вот эта вот машинка маленькая, которую мы уже все видели. Вот этот вот маленький прекрасный танк сейчас превратит в лепешку. Если вы не верите, тогда проверьте прямо сейчас, посмотрев. Конечно же, все как дети, абсолютно каждый смотрит, снимает все это на свои телефоны. И всем хочется, знаете, люди требуют хлеба и зрелищ. Ребята, всем нужно уходить, вообще всем. Нам тоже? Да, вот все вот туда. Что сейчас будет? Ой, что сейчас будет? На самом деле очень опасно, я вот переживаю, осколки не отлетят ли в глаза? Это мощно. Машина. Вот так вот. А сколько еще сегодня машин пострадает? Кто знает? Стимите. Прямо за моей спиной сейчас красят машину баллончиками специально обученные люди. Это все для того сделано, для того, чтобы люди подумали, что машина-то новая. И вот так вот беспощадно Тимати танком ее переехал. Ой. Я фартовый, зеленый свет на светофоры. На свой день рождения я стреляю из Авроры. Что здесь происходит? Почему мы здесь? Здесь страшно. А здесь происходит полный беспредел. Мы решили сегодня устроить вообще тут анархию. Играем в такой military fun. Вот, Team, L1, танки, давим машины, будут всякие взрывы и много-много всего интересного. Какую параллель можно провести между танком и вот этой несчастной машинкой? Параллель между танками можно провести в виде линии, вот между танком и машинкой. А можно ли сказать, что танк – это Тимати, а машинка – это весь шоу-бизнес? Ну, я думаю, отдельная часть этого шоу-бизнеса, можно сказать, отдельные представители. В чем главная идея клипа? Ребята наслаждаются, как бы уходят в отрыв, делают все, что хотят. Вот что они хотели делать, они будут и иногда не могли, здесь они сегодня смогут и будут это делать. Смотрели программу «Отдел кадров», где сегодня мы показали вам самые яркие кадры со съемок видеоклипа «Тимати и L1».